лица маршала Казакова. Уважаемые пассажиры, чтобы выйти из трамвая или войти в него, нажмите мигающую кнопку, расположенную на двери. Дверь откроется автоматически. Посадка и высадка пассажиров осуществляется только на остановке. Пожалуйста, к выходу готовьтесь заранее. Thank you.
Поехали.
двери закрываются. Следующая остановка. Школа.
Мазала Захарова. Уважаемые пассажиры, самостоятельно не перемещайте и не обследуйте обнаруженные безнадзорные предметы и вещи. Остановка.
не закрывается. Следующая остановка – Петербургское шоссе, дом 15. Thank you.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Петерговское шоссе, дом 43. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам о необходимости носить гигиеничку. Остальных вещей и трудных немедленно сообщите нам.
15. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Ленинградский электромеханический завод. Конечная. Это был трамвай номер 60, вот северный верх до электромеханического завода. Отличный трамвай, отличный маршрут. Новые вагоны. Районы густонаселенные, поэтому довольно-таки часто они ходят под метро. В конце там еще водитель объявляет, я так понял, количество пассажиров 217 перевезенных. Спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Тут много покатушек и не только, прогулки, всякие урбанистические темы. Не болейте. И до новых встреч.